Прежде чем я продолжу эту историю, зайдите на канал, подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы включить уведомления о новых видео. Спасибо! Месяц назад, как утверждается, этому человеку исполнилось 123 года. Кармело Флорес Лаура. Крестьянин, живущий в горной деревне около озера Титикака на западе Боливии. Если в документах указана правильная дата его рождения, то он поставил абсолютный рекорд по долгожительству. Флоренс является коренным аймара, андским индейцем. Он живет в традиционной хижине с земляным полом и соломенной крышей. Не говорит по-испански, не знает грамоты и почти не имеет зубов. Ему не нужны ни палки для опоры при ходьбе, ни очки. Он громко и хорошо изъясняется на языке своего народа, но чтобы сказать ему что-либо, приходится говорить в самое ухо. По словам долгожителя, который потерял свою жену 10 лет назад, секрет его долголетия в длительных прогулках, а также в том, что он не ест макарон и сахара. Он рассказал, что никогда не ленился и всегда помогал готовить жене. «Мы ели только то, что могли найти. Чаще всего это мясо скунса», – рассказал Флоренс. «Он почти всегда жует лист коки, легкий стимулятор, предупреждающий чувство голода. Как и многие боливийцы, он жевал его на протяжении всей жизни». Не забудьте поделиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.